560 грамм должен весить 400. Привет, друзья! Сегодня у нас голод. Шаурма. Стоит она 95 леев. Выглядит вот такая вот крупненькая. Вы, как обычно, выбрали ее с помощью голосования. Я еду домой, потому что на улице 0 градусов. Ощущается как минус 6. Я когда подошел делать превьюшку, стояли ребята, бармены и девушка, которая мне выдавала кебаб. Короче, ну, немножко познакомились, поэтому пойду сниму вам интерьеров, если они разрешат, конечно. А можно уже, раз мы познакомились, я сниму интерьерчики чуть-чуть? Конечно. Да? Спасибо. Я в петле, друзья. Теперь можно спокойно поесть шаурму. Вы видели, как выглядит интерьер. А, тут фольга и еще и картонная коробка внутри. По комплектации салфетки, три зубочистки. И лавыс конфетка. Вот коробка, печать голод, увесистый вот такой вот крупный. Но не знаю, должен весить 400 грамм. Напоминаю, стоит он 95 леев, но здесь грамм 500 точно есть. Блин, ну, друзья, 560 грамм должен весить 400. Меня терзают смутные сомнения. Я вижу здесь стандартный набор ингредиентов. Все как-то намешано. И 95 леев, пока неоправданная цена, кроме веса. Я завел себе TikTok. Кто пользуется этим приложением, обязательно подпишитесь. Ссылочка будет внизу в описании под видео. Там новое название. Иногда будут выходить видео, которых на YouTube вы не увидите. Ваше здоровье. По краям вот такая намотка лаваша. Вот вы знаете, друзья, все в этой шаурме хорошо, идеально сбалансировано, вкусненько. Но единственная мысль, которая у меня в голове, я примерно такого плана кебаб ел, ну не знаю, 50, 60, ну 70 леев максимум. Да, это хороший вкусный кебаб, но не за 95 леев. Это единственный минус этого кебаба. В принципе, на этом можно заканчивать этот обзор. Мясо куриное филе приправлено отлично, мягенькое, овощи свежие, все хрустит. Здесь присутствует моя любимая корейская морковка, томатики. Это сочно, вкусный соус, все сбалансировано, хороший кебаб. Естественно, в эту цену вложен интерьер, обслуживание и так далее. Просто прийти, как кебаб на вынос, вообще нет смысла брать. Оценочки у вас на экране, друзья. Спасибо, что смотрите. С вас лайк, подписка. Обязательно напишите комментарий, если хотите попробовать в этом заведении или уже пробовали, ваше мнение. Подписывайтесь на TikTok, не забывайте голосовать в сообществе за следующее заведение, которое я буду снимать в следующее воскресенье. Пока-пока!